Представляем вашему вниманию гироскопический транспорт будущего от компании «Дахир Иншаат». Еще в начале прошлого века русский изобретатель Петр Шиловский создал рабочий прототип двухколесного гирокара и монорельсового поезда. В то же время англо-австралийский инженер Луис Бреннон также построил и успешно провел испытание гироскопического монорельсового локомотива. В основе подобных машин лежит принцип гироскопа. Благодаря раскрученному маховику гироскоп сохраняет в пространстве неизменное направление оси вращения и эффективно сопротивляется действию внешних моментов сил. Это значит, что пока маховик сохраняет нужную скорость вращения, машина сохраняет устойчивость. Именно в этом кроется причина неуспеха первых гирокаров. В те времена двигатели нередко глохли, и в случае остановки маховика машина просто заваливалась на бок. За последние 100 лет прогресс шагнул очень далеко. Сегодня двигатели невероятно надежны, и настало время вернуться к идее гиротранспорта. Мы в компании «Дахир Иншаат» взяли за основу последние наработки в области управления электродвигателем и разработали гирокар, отвечающий всем современным требованиям безопасности. В современных городах, где особенно актуальна проблема пробок, а для расширения дорог, строительства тоннелей и эстакад просто нет физической возможности или финансовых средств, единственным выходом остается использование незадействованной разделительной полосы. Главной особенностью нашего гирокара является возможность вписаться в уже существующую инфраструктуру дорог, но в то же время не зависеть от остального трафика. Благодаря небольшому сечению опор и легкому композитному корпусу, такая машина способна быстро двигаться по специальной укрепленной полосе между рядами и над остальным потоком, практически не создавая помех для автомобилей. За счет сильно раскрученных маховиков, расположенных под салоном, гирокар сохраняет устойчивость даже в случае столкновения с другим транспортом. Их непрерывную работу обеспечивают два независимых генератора и один резервный блок аккумуляторов, который позволяет исключить обесточивание приводов вращения даже в случае остановки обоих генераторов. Конструкция и степень надежности нашего гиропоезда такова, что он может использоваться как в качестве пассажирского, так и грузового транспорта. А кроме того, на базе машины можно создать настоящий роскошный подвижный салон, не идущий в сравнение даже с самыми дорогими лимузинами. Наш гирокар можно использовать и для нужд экстренных служб, например, в качестве мобильного операционного зала для проведения срочных хирургических вмешательств. Также на базе гироскопического вагона мы разработали пожарную машину, которая позволяет быстро добраться в любую точку города, независимо от дорожных условий. В случае пробок она просто поднимается над потоком на телескопических опорах и двигается между рядами машин. По прибытии на место пожара из корпуса машины выдвигается и взлетает 20-моторный дрон, соединенный с гирокаром кабелем питания. Мощности дрона с запасом хватает для подъема к месту возгорания необходимого для тушения пожара оборудования, включая бронзбойты и специальные пушки, стреляющие капсулами с огнетушащим порошковым составом. Кроме того, в случае необходимости, с помощью выдвижного мостика дрон может принять на борт и эвакуировать до 5 пострадавших. Конструкция нашего гирокара универсальна и позволяет использовать его для создания безопасного, экономичного и комфортного транспорта практически любого назначения. Мы уверены, что гироскопический транспорт второго и даже третьего уровня обязательно появится на дорогах уже в ближайшем будущем. Высокая маневренность, необычайно просторный кузов, а самое главное — возможность использовать только разделительную полосу и двигаться над остальным автомобильным потоком — делают наш гирокар единственно возможным решением проблемы городских пробок. С применением современных материалов и инженерных приемов самобалансировки механизмов создание такой машины возможно уже сегодня. И если вам понравился наш концепт, и вы имеете возможность профинансировать создание полноразмерного образца, мы будем рады приступить к его изготовлению и продемонстрировать вам и всему миру транспорт будущего уже сейчас.
свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о технологиях компании «Dahir Inshaat».